На самом деле это серьезно. И бедный тот мужчина, который на вас женится. Вы, конечно же, его предупредите об этом, потому что если он настолько вас сильно любит и готов вам в этом помочь, то да. А если вы ему ничего об этом не скажете, а потом начнется, то это, конечно, преступление против мужчины. Так нельзя. Вам надо идти к сексологу, во-первых. Во-вторых, к экзорцисту. У этого есть причина. И это очень важная сфера жизни, как мужчины, так и женщины.